бы теперь остался только пал. Так ты ее берешь в рейд? Уже два вайпа за нее было. Она ДДшка. Спула, давайте время на ВПшке. От мертвых ДД нет пользы. Как вы сейчас видели, без ДД босс не убивается. Все РДД по сферам играете. Точечно по килисету пошли. По Талдорам убьем. Веру. Ищи в толпе УВ, да. Блять, Бузер, ты вообще нахуй не видишь, что за тобой падает, блять, Вера. А Бузер тут при чем?
Ну потому что он там один стоит, блядь. Мог бы чуть подбить сферу. Он хил мне. Блять, и шо, что хил? Лучше, блядь, чтобы у него под жопой сфера разорвалась, да? Да над озером, туман. Разбежались. Даю прожимку за хилрейда. Келесета точно бьем. Драма, бейте. Можно бузера спекнуть, кого-то хила вместо бузера? Нет таких вариантов. Катушку ролим. Хилы, подходите, трэш бьем. Через тактику играем. Есть. Да. Чё вам кольцо топало? Всегда почему-то говорили, что это шлак. Зависит от шеи, какую шею возьмешь.
Если возьмешь шею, с которой не дает меткости, когда это будет предписано, это кольцо топовое. Если кольцо без меткости, тогда шея с кораблей с меткостью. Вот и вся разница. Через крест играем. Потом чей. Цепи здесь спойте, мастер спойлен.
Прощание. Кусаешь императора. Император, ты кусаешь челуна, Сомер кусаешь потом Кастиэля. Первый не отдавай пружинку, я там. Окей. Классно, на взлетке будешь читать гимн на ХП с тебя. После тебя просто прочитает. Двинитесь, блядь, чуть-чуть. Подвинь, босса чекают. Тотемы антиэфира ставим. Так, Сомер, кусаешь простю. Чулан, кусай Казума. Костель кусаешь классную. Меня император еще не укусили, кусаешь. Чтобы кусать. Я понял. Я сразу наперед говорю. Классная там. Где-то в конце. Блять, он стоит вообще на другом конце, нахуй. Добивайте его. Блять, не успел даже на ближайшего скинуть. Сомер, Виля, подтяни. Пусть риса сам дает. Захильте. Император, ты кусай тогда Сомер, Виля. Ко мне, блядь, нужно будет подать. Классно гимноман. Илюш. Дальше кусайте ДДшников любых. Тот, кто тебя кусать должен был, тот упал. Даю прожимку на этой звёздке. Так, гимны на ХП читаем. Уинузад. После Уинузада Костель. Дал прожимку. Раскусили всех ДДшников. Раскусили, даем Геру. Малийский.
кто-то в танка спекнет, если я бил отойду. Че, осколок был? И он сролился? Кости! Да, я его спер. Да, там перед боссом там или да, обмен. Ну, он не отдается вообще. Не отдается? Вот, блядь. Заебись. Не, я просто не знал, что он не отдается. Я бы не ролил его. Не на незнание закона не освобождает от ответственности. Логично нажать «откажусь», даже если ты можешь его забрать, учитывая, что собирает другой человек. А не жать, блядь, нит. Все вроде логично. Сурка так забавно падает. Кстати, по поводу месте. Вара. В трое КД подбег делает с лужей прям в рейд. Вроде ну это тот, который, по-моему, всех бомжами называют. Скорее всего, он и был. Пан? Ну, я так думаю, да, по-моему. Ну, типа, я не точно говорю. Но ну, мне так кажется. Это точно то самое было. Просто у меня предчувствие, знаешь, человек, который называет всех бомжами, вероятнее всего, это и сделал. Вероятнее всего, и сам бомж, да? Ну да. А что, он уже не орёт в Дискорде, что ли? Известно, когда категорию тур будем делать? Должна была сегодня быть, да, это поменять. Ну, там как бы в основном не от нас зависит, это как бы. Должна была сегодня в 17:30 быть категория. А не в 19:30? Фу, я в 19:30. Проблема была в 19:30. В чат, что завтра. Значит, завтра. Ну там в какое-то время нестандартное, то есть как-то гильда говорит, как мы сразу должны идти. Там 15-20 человек в помощь надо. Ребята, сегодня виклик один был? Да, был.
Две ловушки запустили. Вроде одна. Че вторая будет? Да. Ходу второй не будет, уже была. Пошли на два. На Гнилова, уважаемые. Гнилой в другой стороне. Или вам похуй? Им похуй. Понял. Чулан с нами, а значит там похуй. Это нужно еще для чулана тогда песню спеть. С шалету Ленинграда. Когда ты рядом, мне все похуй. И также у вас сейчас получается. Все на гнева морды, чувак с нами, всем все похуй. Сейчас я по телефону поговорю 2 минуты. РНЖ будут. Так, 3 ШП. Лок, сова. Это 5 человек. Мак Элем, это 7. Хил будет на РНЖ. Босса будешь на рендже. Имикс Турка будешь на рендже. Если кто-то падает, кто-то хуёво. А мне не надо на рейм? А ты кто? Элем. А я говорил Элемом на рейдж? Да. А я пропустил. Говорил. Напомни его, что надо делать. Кому? На рендже, на рендже. Бить босса. Понял. Ну, это сложная тактика. Нет, Гера, натухло видите. Поставь ближе к центру тотемы, пожалуйста. Император. Там Мосс спрашивает, ролл будет с босс? А там шоу лут? Надо кому-то. Там, говорит, шоу лут был. Покоритель, надо кому-то. Все, я тут чек на готовность. Турка на РНЖ, Мосса на РНЖ, все в ТД на РНЖ. Можете Герда, в принципе. Казум, алло. Казум, чё он? Да лучше стоит.
на рейнже элемент про подальше от босса стой. Иди отсюда. Чулан. Электрошам. Встань в центр, ты хил. Подойди в центр, ты хил. Император, уйди подальше. Лут сменил. К сожалению. 400, смотрите. Пять стаков. Разбежались. Приготовьтесь. Вот, ну, отбежали с центра. Ну, один в рейде всегда есть. Валил замену делать. Сразу диспел с хила сдох, как мы диспель сам себя или остальные диспель или что, диспел мы качали срезается от хил на 75%, вздыхает, кровь кому нужна. Ну, скорее всего, ты мукал посох, если не знал просто. Плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Чё ты не доставал? Сам себя здесь пользуйте. А чё это мне за фул на офспек еще и на хила? Да, просто там цифры стоят сразу. Автомат. Спасибо.
Алики, у нас ретрик. Давайте начну первый. Тактика. Чего? Ну, правая нога, левая нога, хули все по центру. А, это нуба. Круг одну. Не обращай внимания. Левая нога, отошли, нубы. Хорош. Пять человек бьют. Классная гимна хата. Нубы на рейнже хилы, а ДДС ловите рейндж. 30 метров друг от друга. 10 дней танка сейчас. Востока на 8. Еще сильнее. Что у нас эти ставки забрать? Ну после едка дни. Волбер на себя базы, на меня кап. Дашь прожимку, потому что маленький отш. Стиль гимна ХП. Надо заполнить. Правая нога. Побах. Споры ловим на всякий случай, потому что вторая яркая будет. Баллистические ракеты. Без спора в мизоне отошли. Танк сильнее хилим сейчас. Восток. Геро. У тебя свой прожимок есть? Сюдер на себя БЗ. На. Все. Я с каждого босса осколки крутые. Оставил столько газа, я его даже чувствую. Хороший,
чё, маленький пояс, или чё? А если пояс никому не нужен, я по 10% забрал бы. Лутный, да. А назад ты будешь пылить на профу это или что? А я будто любитель ваших паролей шмотки. И потом разбить их. Чем мы будем, да, профа травить, нет? Экстер, мы его не захилим. Я вот тебе говорю просто. Откровенно. Ну все, тогда отдыхаем. Нет, назад, мы его не захилим. Скорее всего. Не, маг портал зачем? Посмотрим сейчас. Секунду. Все. Всем до завтра. До заменения. Чего, блять? Давай борца. А кто на замене бы не дают? А кто там есть? Ромка, я тебе говорю, писал. Чем посмотрим? Император, а ты что, завтра не будешь, не? Не, завтра я буду, просто, типа, куча времени же еще осталось. Так, народа до хрена.